Привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему лайфхаков. Наверное, у каждого есть лайфхаки, которые они используют в повседневной жизни. А сегодня я поделюсь с вами своими. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Я желаю вам приятного просмотра. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал и оставлять комментарии. Мне будет очень приятно. Начну я, пожалуй, с первого лайфхака и расскажу вам, как я храню свои шарфики и косынки. Я разместила их на обычной вешалке и повесила на кольца, которые обычно используются для шторок в ванной. Таким образом, они собраны в одном месте. К тому же удобно брать с такой вешалки любую вещь, которая мне понадобилась. Длинное платье я храню на двух вешалках, так как мне не хватает длины шкафа. Для этого я продеваю низ платья через вторую вешалку. Вот таким вот образом. И формирую нужную мне длину. И таким образом платье не мнется, и его очень удобно хранить в шкафу. Не можете найти нужный документ? Это неудивительно, когда у бумаг нет своего места. Решила эту проблему с помощью вот таких обычных папок для документов Крона. Я рассортировала документы по категориям и подписала их вот такими вот стикерами. Теперь мне всегда легко найти любой документ. Все знают, что от наклеек с мебели или с посуды очень тяжело избавиться. И следы клея остаются на них надолго. Чтобы удалить наклейку, необходимо намочить ее. Затем прогреть это место феном. И просто протереть влажной тряпкой. Как видите, наша наклейка и клей очень хорошо отходят от поверхности тарелки. Процедуру можно повторить еще раз. Видите, от клея не осталось и следа. Поверхность тарелки осталась чистой. Многим знакомы проблемы при работе с пищевой пленкой. Она неровно открывается, ее края периодически липнут друг к другу. Но выход из этой ситуации прост. Храните пищевую пленку в холодильнике, и при работе с ней у вас не возникнет никаких проблем. Чтобы уберечь бакалеи от насекомых, нам поможет лавровый лист. Просто поместите один листик в банку с крупами, и запах лаврового листа отпугнет любых жуков. Наверное, все слышали выражение «как сыр в масле». И это не просто так. Чтобы сыр не засох, воплотите крылатое выражение в реальность. Натрите кусочек сыра маслом или маргарином. И тогда сыр сохранит влагу и не засохнет долгое время. Вместо того, чтобы разбирать блендер и мыть его лезвие вручную, существует простой способ, который сэкономит наше время. Необходимо наполнить блендер горячей водой наполовину
и добавить немного жидкости для мытья посуды. Затем необходимо его включить, чтобы немного поработать. Что у меня получилось, затем просто нужно слить эту воду и прополоснуть. Как вы видите, поверхность блендера и ножи стали идеально чистыми. 9-й лайфхак – это полка для шампуней и гелей в душевой кабине или над обычной ванной. Она не будет лишней, так как все мочалки и гигиенические средства будут под рукой во время того, как вы будете проводить водные процедуры. Это реально очень удобно. Лайфхак – это застелить мусорное ведро целой упаковкой мусорных пакетов. Можно и не целой упаковкой, а сколько вы посчитаете нужным. Это удобно, и благодаря этому лайфхаку исчезает потребность каждый раз застилать ведро новым пакетом. И если вдруг один пакет протечет, у вас всегда есть двойной в запасе, и ведро всегда останется чистым. И хочу поделиться с вами, ну, скорее даже не лайфхаком, а способом, как очистить сковороду от нагара. Я специально копила грязь, жир, копоть, чтобы показать вам, как я очищаю сковородки. Беру большую кастрюлю и наполняю ее водой. Затем сверху помещаю сковородку. После того, как вода закипит, оставляю, но на 15 минут. Жир, который у нас находится на дне, он должен немножко распариться. Далее наношу на дно соду и поливаю перекисью водорода. Можно использовать уксус. Потом идет реакция, и нужно сразу же начать оттирать пригоревший жир. Ну вот, за короткое время, примерно за 20 минут, я отмыла свою сковороду, и она стала как новенькая. Друзья, я также копила жир и грязь на микроволновке и поделюсь с вами своим способом чистки микроволновой печи от грязи. Для чистки микроволновки мне понадобится вода и лимон. Можно использовать еще и соду и уксус. Но сода у меня закончилась, а уксус, я думаю, будет вонять на всю квартиру при нагревании. Поэтому я добавила еще и лимонную кислоту. Все это нужно будет перемешать и поставить в микроволновку на полную мощность на 5 минут. Вот, открываю. Жир весь расплавился. Сейчас буду оттирать его губкой и покажу вам результат. Вот так вот жир легко оттирается губкой. Никаких усилий я не прилагаю. Вот такая чистенькая микроволновка у меня получилась. Чтобы оттереть белую подошву от грязи, нам понадобится старая зубная щетка и зубная паста. Ну вот, после чистки зубной пасты моя подошва стала гораздо чище. Мои лайфхаки вам пригодятся. На сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока!